западная финансовая банковская система от нас немножко отвернулась, значит, мы должны найти тех партнеров, которые нас видят. 120 ислам или Россияның ышанышлы партнеры болырға әзір. Ислам банкингі деген түшінші татарстанлыларға 5 елден ортық таныр. Хазір аны законлаштырыға тілілер. Шул рәуішілі Россия ислам банкингі дүния дәрежесінде өзінің позицияларын нығытан. Татарстан бұл үшінің бошланғышында тұра. Мы думали, только халяль, еда, еще подобное. Это халяльный образ жизни. Если у нас 20 миллионов мусульман, эти люди должны иметь возможность пользоваться вот этими услугами, в том числе и банки. То есть, может быть, он, ну, вообще не должен уступать по конкурентности. Условия для исламского банкинга не должно быть хуже, чем классические. Кроме этого, нам надо двигаться по халяльному здравоохранению, халяльному образованию, халяльному образу жизни, туризм. То есть, и к нам приедут люди. Ләкин үшлерінің келегінші еңілік тәжірибе ұздыру мүхим. Өзара партнерлық финансылауын бұлдыруда Россияның 4 түбәгі пилот проектында қотнаша. Біздің республика тәжірибесіне Россия өзек банкыда тояна, шынки бұшқа анализіна олар берешек. Мы все должны, на самом деле, отработать, чтобы вот этот пилот был показательным, и дальше уже эти инструменты должны транслироваться и на другие судьбы. От всех этих мероприятий, конечно, ожидаем положительные решения. Бу шаралардан оңай нәтижелер көтәбез. Ниһайәт, Россиянең ислам дөньясы башка банклар белән бирәттән барлык хезмәтләрдән дә куллана алачак. Конечно, могут наравне с классическим банками пользоваться всеми продуктами. Татарстанда шәриғәт қанунлары бойынша 16 структура эшли, шуларның берсе Сбербанкның партнерлық финансылау үзәге. Биредә кадрлар җитмәү мәсьәләсен махсус программа ярдәмендә хәл иткәннәр. Россия ислам банкингына чит ил партнерлары ярдәм итәргә әзер. Мин Россия җитәкчелегенә рәхмәт әйтергә телим. Бу хезмәттәшлек зур мөмкинлек, ләкин проблемалар да бар. Моны үз тәҗрибәбездән чыгып әйтәм. Иң мөһиме икътисад өлкәсен киң җәелдерү. Уже начинают приезжать люди, интересоваться бизнесом. Хәзер тәҗрибәләрнең нәтиҗәсен күрү мөһим. Шуннан соң гына бездә ислам финанслары булу-булмау турында сөйләшә алачакбыз. Моны илдәге законнарга яраклаштырырга гына кирәк. Страна наша все-таки будет отстаивать позиции традиционные. Июль айына ислам банкингі турындағы закон қабыл етілерге тиеш. Ол іш негізін ашығырақ етерге мүмкінлік бере. Татарстан тәжірибесі башқа түбәкілерге де қызықлы болашақ. Инзиля Хусейнова, Алия Хайреддинова, Ғаділмин Дубаев, Данил Филатов, Иман Ғасыр каналы.